Дорогие друзья, приветствую вас на канале компании «Купи салон». Меня зовут Алексей Крыловецкий, и мы вам сегодня продолжим рассказывать о том, как в современном мире современные, все более и более сложные, технологичные, насыщенные автомобили приходят все в таких же скучных, убогих вариантах отделки салона, и они просто требуют того, чтобы к ним была применена такая вот индивидуальная работа специалистов по доводке, доделке, индивидуализации автомобиля. Infiniti QX80 машина, очень часто попадающая в поле внимания тюнинговых компаний, сколько их уже переделано, перешито, и какого только тюнинга для них не существует. Но вариативность этого тюнинга, она весьма сомнительна. Единственная услуга или набор услуг, который способен сделать машину по-настоящему особенной, уникальной, это работы, связанные с изменением интерьера. Ведь здесь есть возможность не только выбрать материалы, выбрать сочетание цветов, изменить рисунок сидений, но и добавить различные декоративные элементы, вроде кантиков декоративных, отстрочек фигурных, перфорации фигурной, контрастных каких-то подложек, аквапринта и, безусловно, то, чему посвящен этот ролик, различных декоративных подсветок. Они все чаще и чаще встречаются в разных автомобилях. У нас есть множество роликов, в которых мы демонстрируем, как это может смотреться в машинах, где изначально с завода не представлено. Есть отдельный плейлист, в котором уже есть работы по Toyota RAV4, Toyota Camry, Toyota Land Cruiser 200. И вот теперь туда еще попадет и эта машина, Infiniti QX80, в которой появилась амбиентная подсветка, управляемая с мобильного приложения. К слову, сейчас различных вариантов для управления масса. Можно сделать отдельную кнопку на панель вывести, можно сделать отдельный пульт управления, можно с мобильного приложения управлять, можно, если на головное устройство установлен, допустим, Android интерфейс, сделать так, чтобы там было установлено приложение, и оно бы управляло работой вот этой амбиентной подсветки. То есть есть масса возможностей, как это реализовать, как это интегрировать. В некоторых случаях удается и вовсе в штатную систему прописать эту функцию, если существует модификация автомобилей с амбиентной подсветкой для соответствующей модели. Мы добавили, как вы можете уже легко догадаться по видео, несколько источников света и сделали так, чтобы ими можно было управлять по отдельности. Чаще всего амбиентная подсветка имеет несколько основных контуров. Это контур ног. Здесь пространство в ногах может отдельно подсвечиваться. Вы можете выбирать любой цвет, любой уровень яркости, разные режимы работы, например, переливание, перетекание из одного цвета в другой, там, моргание или, например, под музыку она может менять свой цвет. И подбирая подходящий вариант, можно сделать так, чтобы с салоном было некое сочетание, да, и удачно бы дополнялся салон. Ну вот в данном случае, например, черно-красный салон и какая-то не очень яркая тоже красная подсветка, и они бы друг друга усиливали, помогали бы получить гораздо более такой яркий, заметный эффект, в каком-то смысле такой окружающий, да, полностью обволакивающий эффект, а весь салон целиком в едином стиле воспринимается. Это касается не только тактильных ощущений, качества материалов, но еще и вот декоративная подсветка помогает усилить эти ощущения. Следующие поверхности, в которых вот этот нижний контур, да, предполагает установку дополнительных источников света, это карманы дверей, пороги дверей. Это нижний контур, с ним мы фактически закончили. Дальше средний контур. Средний контур — это накладки на консоль, на центральный тоннель. Это корыца небольшие в ручках открывания дверей. Это накладки на торпеду, на нижнюю ее часть. Ну и, наконец, средний-верхний контур – это верхняя кромка дверей. Там чаще всего встречаются такие длинные продолговатые полосы с рассеивателями. Ну и есть еще такая интересная возможность добавить подсветку на потолок. Либо в виде звездного неба, либо в виде отдельных светильников,
светильников, да, или каких-то декоративных элементов, накладок на стойки, всеми ими можно было бы управлять по отдельности или вместе, добиваясь разного эффекта. Вот в совокупности с перетяжкой салона, с аквапринтом, с различными декоративными элементами, которые мы добавляем в салон автомобиля, функциями комфорта, можно добиться совершенно уникального эффекта. Ну, надеюсь, что функция амбиентной подсветки теперь перед вами раскрыта и понятна. Ну, интересно узнать ваше мнение теперь. А пока призываю вас подписаться на наш канал. Если этот ролик вам понравился, то скорее ставьте ему лайк и оставьте нам пару комментариев, что вы думаете о нашей работе и вообще об идее улучшения автомобилей. Ваши комментарии нас подбадривают, поддерживают и помогают нам видеть дополнительные смыслы в съемках роликов, коих на нашем канале выходит все больше и больше, наполняя его и делая гораздо более интересным. На нашем канале можно найти ответы на многие вопросы, и даже многие автомобили представлены в разных дизайнах. Я думаю, что если вы посмотрите в описании к этому ролику, то найдете не только номер телефона для связи и ссылку для перехода в WhatsApp, где мы с радостью ответим на все ваши вопросы, в том числе вопросы стоимости, сроков исполнения, может быть, какие-то технические нюансы, моменты, поможем вас записать для проведения работ. Но также вы в описании найдете ссылки для перехода в другие наши социальные сети, где мы показываем процесс исполнения работ, пишем интересные статьи, и надеюсь, вы и там сможете найти что-то интересное для себя. Это ссылки на наши аккаунты в социальных сетях: Instagram, ВКонтакте, Facebook, Drive2 и, конечно, в ТикТоке. Я надеюсь, вы останетесь с нами не только как зрители, но, может быть, когда-нибудь станете нашими клиентами. А пока с вами прощаюсь, желаю всем удачи, успехов, будьте здоровы и счастливы. Пока!